Модера, разбаньте его. Так, это прыжок. Нахуй. Ну чё, друзья, приятной игры вам. По звуку нормально все или потише еще? Игра громко? Да вы чё, рофлите? Охуенно же. Настройки. Все, тише не буду, это атмосфера. Стасик, ты со мной надолго тут? А как? У-у-у. Нихуя. А, сам хочешь? Так нахуя? Дай мне рейд, я просто пройду за тебя для твоих зрителей. А как? Здорово, братишка, кресло в итоге думаешь себе взять? Ну, пока что сижу на варпе. Я хочу DX-Racer или Кугар. Шугар. Шугаринг. Я не знаю, как правильно. Стоп, а как прыгнуть-то? Что-то тут, короче, неладно. Это игра, где думать еще надо. Я правильно понимаю? А, вот это присесть. Так, а, вон какие-то коробки. Может, нам туда с коробкой надо? Не. Не, не хочет туда. Ну, в принципе, вот коробка, но я сюда не могу залезть. Разбега тут нету, друзья. Или есть? Нет, тут есть вот так тихо ходить. А, есть разгон! Лол! Ёб твою мать! А почему? Мне никакой инструктаж по игре вообще игра не провела. Пиздец. О, щит. Так, стой, так это тоже логически можно открыть, получается. А-а-а, он не хочет. Не-не, она не открывается, не хочет. Тут и по земле можно подкаты делать, в рофлите. Сейчас управление разберусь. Вот это прыжок, это быстрый бег. Удерживайте, чтобы использовать. А, короче, мне подсказки дает по клавиатуре, лол. Ну ладно, погнали. ЛТ. Погнали. Первую часть играл? Не? А, здорово, Джакили, брат, здорово. Нет, не играл. Так, кенты ботинки потеряли. Первую сначала? Да не. Не хочу первую. Может, потом ко вторую пройдем. Так, все, не отвлекайте меня с этой первой частью, не выкупаю, что мне надо сделать. Можем после второй первую пройти. Так, погодите. У меня кент почему-то выше не хочет залазить. А, хвататься надо, все, я понял. Это так, декор был. Ну, как бы я с геймпадом вообще на ты не общаюсь, и с ним на вы. У меня очень тяжело с управлением. Ёб твою мать.
А наверх можно по канату? Нет, видимо, нельзя. Не, это легко, ребят. Я вам ставлю очко, что не будет такого уровня, на котором я задержусь больше минуты. Это вот эти все головоломки, это для меня очень легко. Стойте, а там сверху веревка, может, как-то по ней можно залезть? Ха. Ладно, я не буду эту игру сильно мучить. Ну, садись, пакость. Ой, блядь, беги! Оп, твою мать! Бля, я не ожидал. Так я же укрылся, блядь, за этой хуйней. Окей, окей, я понял. Легчайший, ебать. Может, даже не говорить, что я гений. Самое легкое прохождение в моей жизни. Может, и ничего не говорить. Я сам все знаю. С разбега надо было. Это баг игры какой-то, я не понимаю. Почему он не хватается? На PS5 играешь? Брат, нет, я геймпад от Sony 5 взял, а играю на компе. Играю на компе. У меня нету карты захвата, чтобы подключить PlayStation, к сожалению. Я бы с удовольствием. Господи, какая же она атмосферная. Я прям кайфую от нее. Сейчас найдем выход. Смотрите, у нас висит вот тут канат. Может, его как-то можно взять? Вот, вот канат висит. Погодите. Не, ну тут ничего нету, то, что нам может помочь с этим мостом. Ну, мне кажется, это... О! Легчайшее. Да, я сначала игру прохожу, брат. Ой, башмачок горячий. Давайте возьмем на всякий случай, может пригодится. Мне кажется, тут типа многие предметы. Блять!
Окей, я понял, пригодится. Там его кинем на ловушку. Да, блядь, положи нормально. Изи. Я, знаете, ничего не могу понять. У меня иногда получается кидать предметы, а иногда они не кидаются. Типа не до конца управления. Капкан. Капканы. Не до конца управления понимаю. Ладно, сейчас разберемся. Опа. А палку можем взять? Сюда. Вот как мне ее кинуть? Все, понял. Образ с ними. Чаты, вы вообще вы прошли сами эту игру или вы только на стримах смотрели? А, тут капкан сидит. Ой-ой-ой. Господи, какой же я гений. Я иногда поражаюсь вообще себя. Ты такое шишки? Я уже купил. Хорош. Ёпта. Давайте с собой одну возьмем, чтобы вот так сделать. Легко. Че, не могу в бревно залезть? А, блядь. Понял. Да прыгни, сука, он не прыгает. Я в тильте. Блядь. Он не прыгал, он башкой в деревяшку уперся и не прыгал. Ебать, я везучий, друзья. Ой, мы в какой-то дом дошли. Не, надеюсь, нам не туда. Так, сейчас, давайте всю территорию исследуем сначала. Ну, GG нам, походу, в этот дом. Так, смотрите, нам нужно что-то, на что мы можем встать. А, так мы в окно можем залезть. Ну, вроде в доме никто не живет. Так бы... уже бы давно кто-то пришел. Не хочет выше. Так, ладно, давайте по очередности. Походу тут в доме большая локация. Гоу сюда.
Короче, нам нужно что-то, что сломает этот проход. О! Нашел. Ёб твою мать. А как? О, вот это уже посерьезнее хуйня. Сюда. Ссылка к фильму «Сияние». А, вам не видно половину. Ё-моё, извините, пожалуйста. Вам не видно, что там, да? Давайте я вот так сделаю. Пойдет? Ой-ой-ой-ой, сори, вам же половину игры не видно. Там младенец какой-то. Выключить вообще вебку? Я сейчас тебя выключу. Это кто? Девочка какая-то. Понял. Давай на всякий случай топор возьмем, потому что мало ли. Интересно, смогу по лестнице затащить? Не, нельзя. Ну, выкинь. Девочка. Слышь, на кухне кто-то есть. А, открыть не могу теперь. Одевайте собранные головные уборы в меню паузы. Головные уборы, зачем они мне нужны? Стоп, мы на девочке. Марк, привет. Здорово. Слушай, раз уж в МСК приезжаешь, может захочешь пофоткаться? Ты на стриме уже чекал мой профиль. МБ помнишь? МБ пернешь? Я шал в НСТ, если что. Здорово, брат, да, я тебя помню. Слушай, по поводу Москвы, у меня не особо много времени вообще с Аней будет, потому что мы и так на 2 дня, грубо говоря, и на 2-3 дня. Вот, поэтому я думаю, вообще на фотосессию времени нихуя не будет, брат. Спасибо тебе за $2 огромное. Спасибо. Не, никак. Может дернуть его, чтобы он упал? Ебать, они живые? А, им пофиг. Это куклы какие-то? Да, это, походу, какие-то куклы, пиздец. Бля, забавно. Выноси хату. Стой! Кто это? Или что-то показать, походу, хочет.
Это шестая из первой части, я не знаю, где такая шестая, брат. Так, и что мы тут делаем? Ну, нам явно не сюда. Потому что тут вообще ничего нет. А, я понял. Легко. Давай, помогай двигать. Ну, помоги, ёб, ты чё стоишь? Что, нам нужна какая-то шестеренка, чтобы опустить ключ. Давай искать подруга. Бля. О, так вот она, шестеренка, ебать, давай. Охуеть. А что это за куклы, я не понимаю. Что они тут делают? Блин, надо было предысторию игры хотя бы какую-то прочитать изначально мне, прежде чем идти играть, ну ладно. Меньше вопросов, больше дела. Зато залутали ключик, это уже хорошо. Лови. О, нихуя, я думал, она просто бегает за нами, она еще и вставляет. О, подожди. Так, главное лицом на крюк не приземлиться ща. Найс. Мне что-то не нравится эта шапка. Ребята, что мы только что открыли, я пропустил. А, мы ключ взяли от двери снизу, походу. Вот это я торможу, блядь. Не, я говорю, я на такие игры чересчур умный. Я просто реально забыл, я на секунду на чат отвлекся, когда ключ налутал, и я не увидел, что он взялся. Типа, я думал, там куда-то его вставить надо. Все, погнали. Ты меня тут можешь подсадить? О, человек говна. Че это было? Типа пасхалка какая-то, которую мы нашли. Парни, скажите, зачем нужно этих челов собирать? Вот я тем же вопросом задаю в чат. Помогите, пожалуйста, зачем эти челы нужны? Короче, это типа первая часть, а первая часть это вторая.
ее обязательно за руку брать? ББ! Дверь, 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 открой! Блядь! Окей. Бежать нельзя, теперь мы знаем. И как от него мансить надо? Ой, меня эта тёлка цепанит, короче. Я говорю, эти проблемы женщин. Беги! Да ты пошла, вернись! Ладно, погнали. Короче, тут, видимо, на стелсе надо. Она просто пошла куда-то, думала, за ней надо бежать. Это не мы. Норку прыгай! Давай, давай, давай! Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я будто по пятиперстной кишке, короче, ползу. Откуда какашки вылазят у нас из попы. Очень похоже на анальное отверстие. Здорово. Пенсил.
О, ну так мы это проходили, нам надо вниз. Окей, это не тот мост, нам не надо вниз. Давайте поверху как-то пробовать пройти. Окей, прыжок тоже не работает. Мне кажется, нам эта девочка как-то должна чем-то помочь, сейчас узнаем. Так. Блять. Я не специально. И, кстати, вот эта штука очень сильно смущает, тарзанка какая-то. Да? Господи, я гений. Беги. А мне как пройти? Пацаны, дайте ему самому подумать, чего подсказываете. Брат, я не читаю чат. Нажмите Y, чтобы позвать. Эй! Охуенно ловит. Зачем он руку вытянул, если он поймать не может? Че за бред, блядь? А я еще тоже не удержал. А чё за бред? Она руку, короче, вытянула, чтобы меня и поймает. Давай еще раз попробуем. Ё-моё. О! Так, ну, по всей видимости, нам наверх нужно. Там какая-то клетка. И, скорее всего, столкнуть нужный там какой-то предмет будет. Так, у меня только один вопрос, почему мы залезть не можем выше? Шапка. Ой, кстати, ну, блин, не знаю, мне пока что самый дефолтный нравится пакет, он прикольный. А чё ты осуждаешь, брат? Ой-ой-ой-ой. Метра не хватило. Неприятно. Друзья, а как? Давай, давай, давай.
хорош. Блин, чё этот Кент ко мне приебался со своим оружием? Чем плохого сделал? Просто мимо его дома проходил. Сейчас будет донат. Здорово, Тэйчка. Если ждала эту игру, то ты ее дождалась. Спасибо тебе большое за 137 рублей. Стой, 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 стой! Бля, не рано. Можно вот нырять. Все, я понял. А воздух у нас бесконечный, как я понимаю. Зачем мы нахуя, если могли тут просто проплыть? Привет, Гукамоль, здорово, братан. Соседи. Газуй, газуй, газуй. О, пушка. На нахуй. Мне такое очень даже нравится. Наконец-то он от нас отстал, потому что этот Кент вообще спокойствия не дает. Здорово, Д-32. Ой, какая красивая локация. Толкай меня, поедем. Слушайте, а почему мы вообще не говорим? Не может? Лоха больше часа до этого момента проходил. Брат, ну я справился за 30 минут. У меня стрим, в общем, час идет, я за 30 минут. Почему мы не разговариваем? Я просто за эту игру не особо выкупаю. Почему они молчат? Я буду благодарен чату, если вы мне поможете. Привет, помнишь, как мы в деле? Понял. Да, я еду на стримхату, ребят, 24 числа. Тут свой выдуманный язык. Девочка не умеет говорить, ее украли. Ну, по факту вы находитесь в кошмаре, а так тебе его представляют главные герои. Короче, мы не в реальной реальности, да? Все, я понял.
если писали про фантомов, ты хуй забил. Ну, смотри. Я просто стараюсь в игру очень сильно погрузиться и особо это не отвлекаюсь, потому что в чате могут быть подсказки к прохождению уровней, я этого боюсь. И под скорости, господи, лонг, блять. Иди-ка на плип, кури нахуй. Мой уровень. Добро пожаловать в Геленджик, дорогие друзья. По прибытию на место мы прилетимся на данными домами скоптеров. Дубай, когда приедет вишенка и гвакамоле. Ты за раз хочешь пройти? Не знаю, братан. Посмотрим. Ой-ой-ой. А, мы реально в целом городе? Блин, ну... Это хуёво, потому что тут очень много дверей. Давай сначала сюда. Нам точно не сюда. Какие-то телеки, блять. Так, вот давай подсаживай меня, подруга. Да зачем мне твоя рука? Подсади меня. Я думал, надо его поднять. Воу-воу-воу! Куда дальше? Ладно. Ну, слушайте, тут я точно не подымусь в соло. Го по этому налево. Там бессмысленно даже время тратить на это. О, так мы еще поднимем подругу. Да-да-да, лавина ебать. Серьезно, вы хотите сказать, что я долечу? А, окей. Вот смешно было бы, если телек на нее упал. Но так оно и выглядело со стороны. Так, слева она пришла, гоу сюда.
Да, выше нельзя. Не понимаю, что делать. Что сделать-то надо? Я просто все жму, ничего не это не происходит. Еблан. Я понял. Надо было сосок поравнивать. Ой, фу, мусор. Да, скорее всего, потом первую часть пройду, если это считается за первую, а та за вторую. А, стоп, нам эту штуку, скорее всего, отодвинуть надо, потому что, видишь, перила есть. Во, давай, тащи на себя. Легчайше. Скачали, что-то сделать надо. А я могу ее запустить? А, стой, мы шарик можем положить на эту хуйню. Ух ты, ебать! Что это было? Это такое, погоди. Да уйди. Блядь. Бля, вот эта вторая девчонка мне очень жестко иногда мешается. Типа я из-за ее текстуры не могу пройти. Ой, под какую лавку? Не, погодите, по-любому тут какая-то пасхалка есть с этим шариком. Нет? Ладно, пизду. Что тут? Очень стрёмная атмосфера, блядь. Прикиньте, в таком дворе реально жить.
Тапку возьми мусорки. Она нужна вообще, чат? Ну серьезно. Нахуй я вас слушаю. Ёб твою мать. Не-не-не, Вилона не разбанили. О, вот это прикольно. Вот это вообще прикольно. Но мы от классики не отходим, и мне все равно нравится вот этот пакет больше. Слушайте, я не особо хочу этот рычаг дергать, потому что в теории, если я его дерну, выключится свет. Угу. Все равно дернул. Гений. Откуда ты знаешь, но... Блять, потому что этот рычаг установлен вроде рядом с щитком, и эти щитки, видишь, сверху провода ведут к электричеству. Это логично. Думаю, этот рычаг не просто так вот. Давай сначала со светом все комнаты осмотрим, а потом без света уже. Что тут? Комната. Ну, лежит какой-то мяч посреди комнаты. И что? Она предметы умеет таскать? Окей, если взяла кубиков, я тоже возьму. А, да? Окей. А тут у нас закрыто. Стой, а вот картина лежит и... Там дырка, что ли, какая-то сверху? Ебать, туда можно залезть? Или это просто, типа, декоративная дырка в комнату? О! Какой-то свет. И что нам дает этот свет? Садить можешь? Сейчас выглядит, нам походу какой-то предмет надо принести сюда. Положить на свет, скорее всего. Вопрос только, какой предмет, блять? Это уже вопрос. Может, мячик этот на свету, типа, лежал, как мы изначально... Зашли в комнату. Давай пробуем мяч. Я не знаю, правда, что это может дать вообще, но... Это... Попробовать можно. Да нахуй ты выпинаешь, блять, подсади меня. Блять, может кинуть? Ну, я в тильте. А, все, понял. Базару ноль. Давай, подсаживай меня. Мяч нужен. А как?
ничего не понимаю. Подождите. Куда дальше-то? Есть стул. Есть веревка. Есть какая-то связка ключей или что-то такое там. Знаете, что самое интересное в этой комнате? Кроме башмаков ничего. Мне показалось или сдвинулось это? Рычаг какой-то. Но он не берется. Нормально, нормально, нормально. А вот что-то захотел, пипец. Купил вареники сегодня с картошкой, грибами и борщ. Если вам, конечно, это интересная информация, просто держу в курсе. Кому не похуй вообще. Давай, помогай, коряга. Это было нахуй. Ань, что это было? Ты дверью хлопал? Можешь мне ответить? Блять, кто-то дверью хлопнул нахуй, я обосрался, блять. Это Аня. Да какой Оскар, блять, Аня убирается внизу, она входной дверью хлопнула, она на порог поставила этот, блять, мусор вынесла, я охуел. Что это за кент? Там надо туда идти вообще или нет? Привет, лох, здорово. Не, нам вход туда не надо, гоу просто прямой. Что это вообще? Понял. Ёб твою мать, а как увернуться-то? Ща, размонти. Да стой! Легчайше. Куда нам наверх его закинуть? Где? Нам ведро типа закинуть надо? Нет? Я не понимаю, зачем это ведро тут висит? Или это типа такое, ну, чисто наебалово. Ну, мне кажется, эти ведра-то просто по приколу, они типа не нужны вообще для взаимодействия с сюжеткой. О, стой! Ты кто?
Привет. Не помню, этот мяч вообще нужен или нет? Все поебучки знатно, а то... Тишка, Бздина забанили на Твиче час назад, помоги ему разбаниться. Там из-за доната, который он не скипнул сразу же, потому что файтился, прости, и из-за чата. Мадир провтыкал момент, были слова запрет. Спасибо, подписаться за 100 рублей, брат. Я Андрюхе напишу после стрима, знаю, что его забанили. Я пытаюсь помочь, чем смогу. Надеюсь, что его разбанят, да. Сейчас, ребят, я звук доната выключу, чтобы вам по мозгам не давало вам. Спасибо за сотку, дядь. Вот, чтобы атмосфера игры не портилась, чисто только озвучку текста оставлю, а звук выключу. Все. Я напишу Андрюхе. Спасибо. Так. Я жив? А как? Охуеть, как я выжил. Бля, я в рубашке родился, походу. Так, секунду. Что это за проход? Там просто... Нахуй этот мяч вообще мне не нужен. Что тут? Стой! Не, тут нам нечего ловить. Не, я уверен, что этот мяч не просто так лежал. Ладно, давайте возьмем его с собой. Я уверен, нам понадобится. А, мы его с собой не закинем. ББ. Это ловушка, да? Пять. Не, меня больше не проведешь этими ловушками ебаными. Я, блядь, понял, как в эту игру играть. Не просто так эти предметы, блядь. Все, тут нихуя нет. Идем. Легчайшая, блядь. Стоп, ее похитили? Это какая-то дырка. Вы видите дырку в шкафу? Блять, они ее похитили. Ой, падла. Охуенчик. Мы снова одни. Бибил тамп. Топор возьми. Какой нахуй топор? Это молоток, блять. Я прям представляю, как ты вот таким топором дрова колешь, чел. О, на, поебал. Мне такое очень нравится. Го дальше. Ну, понял. Вопросов не имею.
Стоп, а как? Я походу придумал. Я понял. Чё за хуйня? Молоток мне еще нужен, пригодится. Я возьму на всякий случай, кажется. А, но мы сможем дальше с ним залезть. Окей. Так, нам нужен ключ. Какой-то шкафчик можно открыть? О, шкафы можно открывать. Ок. Это закрыты. Так, а тут что-то есть интересное? Нет. Тут нихуя нет. Модер, зачем вы клип удаляете? Я, кстати, тоже не понимаю. Лидбрим, зачем ты удаляешь? Чела, который спамит моим же клипом. Пусть спамит клипами, просмотры набираются. Блядь. Идите нахуй, члены. Это такие? Нихуя. В смысле? Охуенная точка сохранения, блядь. Ёб твою мать. А что, меня тут не найдут? Как это проходить? Ты еблан? Нет, я не еблан. Лохи, блять. Так, ключ. Ой, блядь.
Блять, я думал, если ты уровень проходишь. Я думал, если уровень проходишь, то. Короче, они не будут триггериться на тебя. Охуенно. Ёб твою маму. Донат на экране показался 500 рублей. В смысле, нахуй? Что за хуйня? А чё за хуйня? А где донат? Мне донат 500 рублей пришел. Брат, а почему донат не видно? Прикинь, доната твоего не видно, Экми. Мне чел 500 рублей закинул, а доната не видно на экране. Интересно. О, бог. О, так я в сейве, ебать! Симулятор школы какой-то. Здорово, Экми, спасибо огромное за 500 рублей, брат. Дверь не закрывается, друзья. Спасибо за 500 рублей, дорогой. Блядь, донат охнул. Да, брат, я жил, охнул. Я не знаю, почему он прошел. Я просто нажал обновить кэш. А он это... Спасибо, братан. Не, так это страшилка уже такая получается. Что это за... Мне сюда? Не понимаю, блядь. А, ключ. Я его не увидел даже. Нет! А что делать тогда? А-а-а, я понял. Не, он не хочет открываться. И это тоже не открывается. Прыгни, ебать. Может, эту хуйню можно подвинуть? Нет, он не двигается. Нихуя не понимаю. Ну ебать, достать ключ — единственный вариант, но это только лезть на эту хуйню. Я понял, надо было прятаться за коробку. Пиздец, у нее шея. Ключ. Ты ебло утиное, беги! Неужели опять туда?
О! Как так? Как тогда пролезть? Я взял ключ. Просто не понимаю, куда дальше. А, в обратную комнату, там же замок был. Все, старая, съебись, давай. Иди нахуй! Охуеть! Как пройти? Это тяжело. Давай попробуем не звучить ли с ним столом, потому что там потом тяжело к двери подойти. Можно под парту, так это вообще имба. Помоги, пожалуйста, с домашкой. Бля, стрёмная хуйня. Вообще очень стрёмная. Всё, ключ нашли. Легчайше. На нахер. Ребят, как вы вообще относитесь к тому, чтобы я стрим утром-в обед подрубал? Или хуйня идея? А, блять, я был да друг! На привязи, лох! Лошара. Давай в него что-нибудь кинем еще, блядь. Бля, так хочется пошутить жестко, но я перматч получу на Твиче. Ща, давайте в него кинем. Бля, эти кенты спиздили мою подругу. На, въебали.
Короче, идея стримить утром вам не понравилась, да? Потому что половина на учебе, половина на работе. Короче, напишите в чат единицу, кто на учебе, а двойку, кто работает. Интересно, сколько у меня работяг именно работающих в чате. Ой, стоп, а еще выше можно? Твою мать! Чё-то очень как-то жутко, ребят. Пиздец, какая жуткая хуйня. Здесь работа начинается. Это тоже считается. Так. Очень жутко. А, да, тут можно упасть. Блин, на, кстати, на геймпаде играть это вообще имба, правда. Очень круто. Да. А, тут коробка есть. Можно ее не ронять? Я могу как-то руками взять? Спасибо. What the fuck? Пока, брат, я спать. Давай, братан, доброй ночи. Как я не долетел-то, блядь? Погодите, может вот эта банка все-таки ее нужно скинуть, потому что там укрытие в коробке есть. Да ёпту! Очень тяжело управлять. Ты еблан, да блять! По балке тяжело ходить, тут нету такого, то что персонаж типа сам держится и идет. Мне очень тяжело идти. Ты через провод играешь, а геймпад от 5 PlayStation разве как-то по-другому можно законнектить к компу? У меня нету Bluetooth адаптера типа. Ну давай пробуй кинуть. Так, друзья, а что мне дальше делать? Чё, выше нельзя? Опа! Так ты только что полз по ней. Чел. Ладно. Блин, вы представляете вообще, насколько жуткая тема, если вам это, ну, типа, сегодня ночью приснится, вы на месте этого главного героя будете. Это же реально максимально жуткая хуйня.
Чё? Не понимаю. Легчайше. А эта телка не отъебалась еще от меня? Чего она не вылезла в этот раз? Что? Давай, давай, давай. Найс. Очень тяжело ходить по тонким местам. Да иди нахуй, куда мне еще спрятаться? Блять, ты рофлишь надо мной? Да, вот, правильно чувак в чат написал. Неудобно ходить по тонким местам, потому что там персонаж не магнитится и падает, это факт. У меня вопрос от... Чё, ну не открывает новую комнату? Смотрите, у нас есть коробка, чтобы спрятаться от нее. То есть, по логике вещей, нам нужно что-то уронить, чтобы она выбежала. Правильно понимаю? Я думаю, правильно. Только что мы можем тут уронить? Я... А
Зачем там коробка? Окей, ключ. Гоу наверх. Так, чат, запомните, мы сначала идем направо, потом налево. Напомните мне потом, где я был. Сначала направо. А то я путаю иногда, откуда я пришел. Окей. Чтобы вы понимали, я просто бежал вперед, зажатой клавишей. Я не знаю, зачем я ее зажал, но он сам все сделал. Окей, окей, блядь. Нет, только не в шахматы играть. Что мы имеем? Посереди доски черная с крестом. Раз, два на третьей клетке. Так, давайте, короче, все реквизиты. А, вон она с крестом, но она белая. И как ее достать, вопрос. Вот она. Стоп, а мы можем это... Нет, это не двигается. А, так это легко, походу. Сейчас, погодите. Это, походу, супер легко. Если я все правильно понял. Да съебись. Может как-то, блядь, ножку можно сломать или оторвать, чтобы она упала. Мне не хочет ножку брать. Возьми. Чуть-чуть не туда, ну ладно. Так. Черный крест. Черный крест. Что такое может быть черный крест? Так, черный крест, черный крест. Ну, в теории крест это может быть как труп этого кентика, который вот на этой черной хуйне. Так. А все, блядь, на этом мои это... Мои мысли закончились. Снизу белый крест. Мы его не можем достать. Справа белая какая-то штука, комод, что это? Через одну белая пешка? Белый фонарь. Справа через одну? А, они не двигаются. Блядь, не понимаю. Не, крест должен... Стоп. Это слева, походу. Крест должен быть снизу. Сейчас, сек. Черный у нас стоит правильно. Фонарь. Ебать тяжело. Стой. Блять, мне надо белый крест достать слева с полки. Фонарь, а при чем тут фонарь вообще нахуй? А, стоп, вон фонарь. Вон какая-то хуйня торчит. Блядская дверь. Сейчас я ее закрою, мешает, пиздец. А я ее смогу открыть? Стой.
Вонка, эта хуйня за нее схватиться можно. Да? Дротик. Да ёпта. Пиздец какой-то. Бля, ебать тяжело. Если это не прокатит, я гений. Хотел сказать, если это не прокатит, я не знаю, то что делать. Так. Это у нас снизу должна быть хуетень. Чё там? Фонарь. Плоская. Так, плоская направо. Да-да, ты гений. Я знаю, что я гений, ебать. Я не читал в чате. Изи, блядь. Кто быстрее меня? Есть такие люди, которые быстрее меня с этим дерьмом справились? Оу, щит, мэн. Артур, что-то ты вообще зачастил с рейдами меня. Бля, но честно скажу, Артур, спасибо тебе большое. Мне, блядь, пиздец как приятно за твои рейды. Здорово, пацаны, мы играем в Little Nightmares. Кто любит страшилки атмосферные и просто пиздатые игры, то вам именно сюда. Присаживайтесь, можете с нами тут угорать, рофлить. Артур, слушай, мы с Аней едем в Дубай 14 марта, скорее всего. 14 марта мы едем в Дубай. Если там будет 14 марта, мы можем пересечься вообще без проблем. Ну, смотри сам, типа, смотри сам. Блять, я проебал, а чё у нас... Что произошло, когда свет загорелся и чё нахуй нужен? Он не поедет? Что открылось? И все? Я на этом моменте кончился, блядь. Короче, что-то щелкнуло. Стой, мне кажется, с этой картиной что-то связано. Слышите звуки? А, нет. Что-то за этой стеной, короче. Лампу. Нахуй мы лампы зажгли. А, ёпта, на стол. Тормоз я. Ой. Легчайший уровень. Сюда вот. Да повесь ты обратно. Ой, ладно, она не нужна, короче. Сразу говорю, я не читаю чат для атмосферы, чтобы вам было интереснее над моими затупами смотреть. Я типа смотрю в чат изредка, когда не нужна помощь, и вы просто какие-то сообщения выписываете, тагая меня. Поэтому вы не подумаете. Бля, вы заебали, я вам серьезно говорю, я не смотрю в чат, че вы рофлите надо мной. О, стой, призрак. Типа, вы можете за моим взглядом следить, когда я... Вы думаете, что я смотрю в чат, а я на самом деле не смотрю туда. Я думал, этот уровень посложнее будет. Я думал, я подольше будет сидеть. Чё, мы дверь никак не можем открыть. Ебать, тут повариха у нее из пизды какая-то сосиска выпала.
Ничего не вижу. Ну, скорее всего, эта комната чисто вот с этим призраком, с пасхалкой была. Мне кажется, как бы тут это... Ну, ничего не найдем. Епа. А, вон сверху вентиляция, ебать, как я ее сразу не увидел. Давай, друг, толкай. Нормально, нормально, хомы. Ой, ублюдок. Блин, эти ублюдки горшочные меня заебали, честно. Они прям очень триггерные. Ну ударь! Пиздец, он не хотел типа размахиваться половником бить. Следующий, ебать. Еще давайте. Неудачники, блядь. И с тем то есть неполовник не нужен. Есть. Здорово, народ. Боже, блядь, что за дикари? Что происходит, ребята, это вообще пипец какой-то. Смотри, там чел с завязанными руками сверху лежит. Ебануться, все проблемы. Фрикхаус. Бля, чел, ебись от меня. Короче, мы походу в школе вот этих типсонов, но а-ля в школе, мы же типа во сне каком-то ужастике находимся. Бля, очень жесткая тема.
богу. У меня что-то паническая атака чуть-чуть начиналась сейчас вот от этой движихи все, которая происходила. Так, есть стул? Найс. А, что? Стоп, это же стул был. Бать, у меня всё шиза развивается. Это же только что был стул, как он превратился в колпачок? Вот этот вот ящик открытый чуть-чуть. Может, как-то на него надо открыть? Ладно, походу нет. Вот на самый верх надо лезть. Скинь на пол эту штуку, чел. Она тебе мешает только. Дядя. Наверх. Нормально. Да выкинь ее нахуй. У, мозги. Моего модера, блять. Что я сделал? Так, ну если я отпущу, соответственно, он вверх полетит. Охуенно. Можно было и там обойти. Ну я думал, она меня не видит, как бы. Не видно же, что у тебя под ногами в такие моменты. Кстати, мне кажется, что это за звук? Мне кажется, эту хуйню надо скинуть. Нет? Это же не просто так тут. Да возьми! Хоть что-то! Чел, ты рофлишь? А, вон, стой, ты рофлишь. Вон, банка, блядь, желтым прям подсвечена. Не сделай, он не хочет ее брать. Она прям желтым подсвечена. Не-не. Вот этот вот нож хочу взять, но он не берется. Почему? Ладно, можешь не просто дальше в комнату, я мозги тут тебе изъебываю.
как говорится, ищу то, чего нет. Я понял. Снизу нам явно не пройти, потому что там окошко сверху. Ну ёпта, толкни! Она не толкается, ребят. А, так ее не надо, видимо, толкать. Давай, давай, Ну извините, я не про-плеер. Стараюсь как могу. Игра не рассчитана на скорость, лучше подождать иногда. Окей, брат, спасибо тебе большое. Ну да, я согласен, лучше наверное, подождать, чем 1000 раз заново начинать и... Блять, беги! Сука! Проебался сам, сейчас нажал не ту клавишу, которую хотел. Сам все виноват. Вообще не нравится. Я думал... Легчайший уровень в моей жизни. Самый легкий. Я уже луи разъебался. Понял?
Да в смысле нахуй ударь? Бля, ты чё, еблан? Пойдет. Бывало и хуже. Мало расквасить еще, выходите, блядь. У-ху! Спасли ее. Я игру прошел. Нет, я не играл в первую часть.